милостивый ко мне грешнику. Создал меня, Господи, и помилуй меня. Невозможно сосчитать мои грехи, но помилуй меня, Господи, и прости меня, грешника. Нам, людям, всегда следует восхвалять и прославлять Тебя, Богородицу, родившую Бога, всегда блаженную, не имеющую порока, Матерь Бога нашего, заслуживающего даже большего почитания, чем кровь, и достойного большего прославления, чем Серафима, безболезненно родившую Сына Божия, истинную Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, всегда и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господь Иисус Христос, Сын Божий, молит ради пречистой Твоей Матери, силы честного же творящего креста и святого ангела моего хранителя и всех ради святых, помилуй и спаси меня грешного, потому как Ты благ и человека любит. Аминь. Аминь. Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, Вездесущий, весь мир наполняющий, Источник благ и Податель жизни, приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой скверны, и спаси многие души наши. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, всегда и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святые, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, всегда и во веки веков. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не вели нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь. Встав после сна, мы припадаем к стопам Твоим благи, и ангельскую песню возглашаем Тебе сильней. Свят, свят, свят Ты, Боже, молитвами Богородицы помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. С постели от сна Ты поднял меня, Господи. Ум мой просвети и сердце, и открой уста мои, чтобы воспевать Тебя, Святая Троица. Свят, свят, свят Ты, Боже, молитвами Богородицы помилуй нас. И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Внезапно придет судья, и деяние каждого обнаружится. Со страхом воскликнем в полночь. Свят, свят, свят Ты, Боже, молитвами Богородицы помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Встал после сна, благодарю Тебя, Святая Троица, что по великой Твоей милости и долготерпению Ты, Боже, не прогневался на меня, ленивого и грешного, и не прекратила жизни моей среди беззаконий моих, но оказал мне обычное Твое человеколюбие и поднял меня спящего, чтобы принести Тебе утреннюю молитву и прославить могущество Твое. И ныне просвети мои мысли, чтобы мне поучаться Слову Твоему, уразумевать заповеди Твои и исполнять волю Твою. И открой уста мои, чтобы прославлять Тебя в благодарном сердце и воспевать святейшее имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне, всегда и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем к самому Христу, Царю и Богу нашему. Сто седьмой псалом.
Готово сердце мое, Боже. Буду петь и воспевать во славе моей. Воспрянь, псалтырь и гусли, я встану рано. Буду славить Тебя, Господи, между народами, буду воспевать Тебя среди племен. Ибо превыше небес милость Твоя, и до облаков истина Твоя. Будь превознесен выше небес, Боже, над всей землей да будет слава Твоя. Дабы избавились возлюбленные Твои, спаси десницей Твоею и услышь меня. Бог сказал во святилище своем: «Восторжествую, разделю Сихем и долину Сахов размерю. Мой Галаад, мой Манасия, Ефрем – крепость главы моей, Иуда – скипетр мой. Моав – умывальная чаша моя, на Эдому простру сапог мой, над землей филистимскую восклицать буду. Кто введет меня в укрепленный город? Кто доведет меня до Эдома? Не Ты ли, Боже, который отринул нас, и не выходишь, Боже, с войсками нашими? Подай на помощь тесноте, ибо защита человеческая суетна. С Богом мы окажем силу, Он низложит врагов наших. Боже, хвалы моей, не примолчи, ибо отверглись на меня уста нечестивые, и уста коварные говорят со мной языком лживым. Отсюда окружают меня словами ненависти, вооружаются против меня без причины. За любовь мою они враждуют на меня, а я молюсь. Воздают мне за добро злом, за любовь мою ненавистью. Поставь на ними нечестивого, и дьявол достанет одесну его. Когда будет судиться, да выйдет виновным, и молитва его да будет в грех. Да будут дни его кратки, и достоинство его да возьмет другой. Дети его да будут сиротами, и жена его вдовою. Да скитаются дети его, и нищенствуют, и просят хлеба из развалин своих. Да захватит взаимодавец все, что есть у него, и тюжи да расхитит труд его. Да не будет сострадающего ему, да не будет милующего сирот его. Да будет потомство его на погибель, и да изгладится имя их в следующем роде. Да будет воспомянуто перед Господом беззаконие отцов его, и грех матери его да не изгладится. Да будут они всегда в очах Господа, и да истребит Он память их на земле, за то, что Он не думал оказывать милость, но преследовал человека бедного и нищего, и сокрушенного сердцем, чтобы умертвить его. Возлюбил проклятие, оно и придет на него, не восхотел благословения, оно и удалится от него». Да облечется проклятием, как ризою, и да войдет оно, как вода, во внутренность его, и как елей в кости его. Да будет оно ему, как одежда, в которую он одевается, и как пояс, которым всегда опоясывается. Таково воздаяние от Господа врагам моим, и говорящим злое на душу мою. Со мной же, Господи, Господи, твори ради имени Твоего, ибо благо милость Твоя, спаси меня. Ибо я беден и нищ, и сердце мое уязвлено во мне. Я исчезаю, как уклоняющаяся тень, гонит меня, как саранчу. Колени мои изнемогли от поста, и тело мое лишилось тука. Я стал для них посмешищем, увидев меня, кивает головами. Помоги мне, Господи Боже мой, спаси меня по милости Твоей. Да познает, что это Твоя рука, и что Ты, Господи, соделал это. Они проклинают, а Ты благослови. Они восстают, но да будут постыжены. Раб же Твой да возрадуется.
Да облекутся противники мои бесчестием, и как одеждою покроются стыдом своим. И я громко буду устами моими славить Господа, и среди множества прославлять Его. Ибо Он стоит одесную бедного, чтобы спасти его от судящих душу его. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Боже, очисти меня грешную, ибо я никогда не делал ничего доброго пред Тобою. Избавь меня от зла, и пусть будет во мне Твоя воля. Дай мне, не подвергаясь осуждению, открыть мои недостойные уста и восхвалить святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Аминь. Восстав от сна, я посреди ночи приношу Тебе песни спаси и, припадая к стопам Твоим, взываю к Тебе. Не дай мне уснуть в греховной смерти, но жалься надо мною, добровольно распявшийся, скоро подними меня беспечно лежащего, и спаси меня, стоящего пред Тобой на молитве, и после сна ночного пошли мне ясный безгреховный день, Христе Боже, и спаси меня. Владыка, человеколюбчив, встав после сна, я спешу к Тебе, и по милосердию Твоему принимаюсь за угодные Тебе дела. Я молюсь Тебе, помоги мне всегда и во всем, и избавь меня от всякого зла в мире и от дьявольского искушения, и спаси меня, и вели в царство Твое вечное, ибо Ты мой Творец и Источник и Податель всякого блага, на Тебя вся моя надежда. И я возношу Тебе хвалу ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Аминь. Господи, по обильной Твоей благости и по великому Твоему милосердию Ты дал мне рабу Твоему прошедшее время этой ночи провести без напасти и всякого вражеского зла. Ты сам, Владыка, Творец всего сущего, удостой меня при свете Твоей истины с просвещенным сердцем исполнять Твою волю ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Аминь. Господи, Вседержителю Божий сил бесплотных и всякой плоти, на высотах небесных живущие, озирающие долы земные, наблюдающие сердца и помыслы, и ясно ведающие тайны человеческие, безначальный, вечный и неизменный свет, который не оставляет затененного места на своем пути. Ты сам, бессмертный Царь, прими моления наши, которые мы в настоящее время, надеясь на обилие сострадания Твоего, творим Тебе из нечистых уст. И прости нам прегрешения наши, совершенные нами делом, словом и мыслью, вольно и невольно, и очисти нас от всякой нечистоты плоти и духа, и даруй нам с бодрствующим сердцем и трезвенную мыслью прожить всю ночь здешней земной жизни в ожидании наступления светлого и славного дня второго пришествия единородного Твоего Сына, Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, когда общий судья придется славой воздать каждому по делам его. Да найдет он нас не лежащими и сонными, но бодрствующими и восставшими среди исполнения заповеди Его, и готовыми войти с Ним в радость и божественный чертог славы Его, где непрестанные голоса торжествующих и невыразимая радость видящих несказанную красоту лица Твоего. Ибо Ты истинный свет, просвещающий и освещающий весь мир,
И тебя воспевает все творение веки вечные. Аминь. Аминь. Святый ангел, поставленный блюсти мою бедную душу и несчастную жизнь, не оставь меня грешного и не отступи от меня за невоздержанность мою. Не дай возможности злому демону подчинить меня себе посредством этого смертного тела. Возьми крепко несчастную и опустившуюся мою руку и выведи меня на путь спасения. О, святой ангел Божий, хранитель и покровитель бедной моей души и тела, прости мне все, чем я оскорбил тебя во все дни моей жизни, если я чем согрешил в прошедшую ночь. Защити меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогневать Бога никаким грехом. И молись за меня ко Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе своем и содеял мне рабом, достойным своей милости. Аминь. Аминь. Пресвятая Владычица, моя Богородица, святыми Твоими и всесильными мольбами, отгони от меня ничтожного, несчастного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и все скверные, лукавые и хульные помышления от несчастного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, ибо я нищий и слаб. Избавь меня от многих губительных воспоминаний и намерений и освободи от всякого злого воздействия, ибо Ты благословена от всех родов, и Твое пречестное имя славится во веки веков. Аминь. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божии, Игнатий, Владимир, Надежда, Ольга, Анатолий, Виктор, Георгий, Дмитрий, Екатерина, Елена, Ирина, Рахиль, Сергей, Татьяна, ибо мы усердно к вам прибегаем, как к скорым помощникам и молитвенникам о душах наших. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословена ты между женами, и благословен плод чрева твоего, ибо ты родила Спасителя душ наших. Спаси, Господи, людей твоих, и благослови принадлежащих тебе, помогая православным христианам побеждать врагов, и сохраняя силой креста твоего церковь твою. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного Игнатия, батюшку Иоакима, родителей моих, братьев, сестер, родственников, начальников, благодетелей всех ближних моих и друзей, и всех православных христиан. Подай им твои земные и небесные блага. Не лиши их милости твоих, посети их, укрепи, и силой твоей даруй им здравия души и спасение ее. Ибо ты благ и любишь людей. Аминь. Упокой, Господи, души усопших рабов твоих, родителей моих, родственников, благодетелей и всех православных христиан. Прости им все и грехи вольные и невольные, и даруй им Царствие Небесное. Со святыми упокой, Христе, души рабов твоих, праотцев, отцов и братьев наших. Там, где нет ни болезни, ни печали, ни душевных страданий, но жизнь бесконечная. Воистину достойно прославлять Тебя, как Богородицу, всегда блаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего. Мы величаем Тебя, как истинную Богородицу, родившую без болезни Бога Слова, достойную большей почести, чем Херувимы, и несравненно славнейшую, нежели Серафим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери, преподобных богоносных отцов наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Милость.
Небесный Боже наш Отец, помилуй детей наших, за которых мы смиренно молим Тебя и которых предаем на Твое попечение и защиту. Вложи в них крепкую веру, научи их благоговеть пред Тобой, удостой их крепко любить Тебя, нашего Создателя и Спасителя. Направь их, Боже, на путь истины и добра, чтобы они все делали во славу Твоего имени. Научи их благочестиво и добродетельно жить, быть добрыми христианами и полезными людьми. Дай им здравие душевное и телесное, успех труда. Избавь их от хитрых козней дьявола, от многочисленных соблазнов, от скверных страстей, от всяких нечестивых, беспорядочных людей. Ради Твоего Сына, Господа нашего Иисуса Христа, по молитвам Его Пречистой Матери и всех святых, приведи их к тихой пристани Твоего вечного Царства, чтобы они вместе со всеми праведными всегда благодарили Тебя с единородным Твоим Сыном и Святым Твоим Духом, животворящим. Аминь. Господи Боже наш, возри на детей наших, не спошли на них духа премудрости, разума и благочестия, просвети их светом Твоего благоразумия, чтобы они скоро уразумели, усвоили изучаемые предметы и употребили их на благо Твоей Церкви, на пользу ближнего, во свое спасение. Потому что Ты источник премудрости, и Тебе славу возносим, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Молитесь, Игнатий. Спасибо, Господи, помилуй от самого духовного родителя и сродника, благодетеля митрополита Илариона, епископа Евтихия, Вениамина, Агафангела, Диамида, Тихона, Антония, священный Рея, Акима, Павла, Геннадия, Сергия, Василия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Амвросия, Вадима, Зосима, Алипия, Андрея, Максима, Владимира и Глебу не дай погибнуть, диаконов Евгения, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, митрополита Сергия, патриарха Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнилия, Александра, Диодора, митрополита Тихона и весь священнический и иноческий чин, и высшие истины служители миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, и дай еще священника, если угодно тебе, смири власти воинства их, наведи страх твой на них, и через них сотвори благое церкви твоей. Умудри их издавать добрые законы, дабы дали достойно жить людям, чтоб было еще уделять нуждающимся, и сохрани их от покушения на них. Владимира, Дмитрия, Дональда, Рамзанов, Владимира, Александра, Эрдогена и Амана, и даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет. И научи нас ценить это мирное время, и приготовь землю к великим и страшным испытаниям, грядущим на всю вселенную за отступничество от Тебя. Господи, слава Тебе за прошедшую тихую и мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить наши таланты, дарованные Тобою. И для сего пошли нам добрых помощников, наставников, советников. И в сей день сохрани нас от всякого рода зла, греха и от непосильных искушений. И защити наше жилище здесь, и вселение нашем, от пожара, от воров, от нечистой силы, живущих там Андрея, Игоря, Серапима, Владимира, обрати, благослови Людмилу, любовь Владимира, Алексея и Иосифа, прищи добрых жителей, любящих и знающих уставы Твои, пришли их с детьми, и сохрани школу, спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Щадой, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Алектину, побуди всех на проповедь Евангелия, спаси и помилуй Надежду, Валентину, Екатерину, Анастасию, Наталью, Евгения, Романа, Михаила, Нину, Анну, Юрия,
Рахиль, Езру, Рустика, и даруй веру Христову чистую, Самире, Тимуру. Спаси, помилуй Сергея, Сергея, Александра, Александра. Помилуй нас, Боже, помилуй нас. Найди отступников Николая, Михаила, Александра, Юлию, благослови Максима, избави от пьянства Павла, Михаила, Андрея, Владимира, Александра, Игоря, путешествующих Раису, Льва и Виктора, и родство наше, Евдокию, Валентину, Ирину, Татьяну, Марку, Нину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну. Слава тебе, Боже наш! Слава тебе! Посети болящих, дай силу перенести страдания безропотно, пошли мне исцеление глаза. И пошли мы исцеление Илариона, Кирилла, Алексея, Игоря, Надежду, Людмилу, Алевтину, Людмилу, Валентину, Валентину, Нину, Анну, Марию, Александру. Возри на угрозы врагов, разруши их замыслы недобрые против нас. И закрой их лживые уста на поношение истины. И в судный день не помяни их безумие, и ты уже смиряешь их. Слава тебе! Посети благодетелей наших, воздаем добром всем жизни будущей. Елену, Людмилу, обрати Евгения, Наталью. Юрия, Надежду, Эдуарда. И сохрани наше сокровище, что есть в интернете, и книги здесь и в пути, и трудящихся Игоря, Юлию, Дмитрия, Виктора, Сергея, Сергея, Андрея, Андрея, Вячеслава, Вячеслава, Вячеслава. Слава тебе, Боже наш! Слава тебе! Найди Тимофея, Тимофея, Мартина, Германа, Александра, Леонтия, Леонида, Симона. Аллилуйя! Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас! Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного! Слава тебе, наш Бог и Иегова, Авва, Отче! Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его, аллилуйя! Слава Вышний Богу, на земле мир, в человеках благоволение, аллилуйя! Благодарю тебя, Господи, Боже мой, за тот день, в который дал мне веру в тебя, страх пред тобою и ожидание суда Божия. Благодарю за день, в который дал мне Святую Библию и указал на толкование святых отцов, как на истину, и каноны Церкви. Воздай вечности всем, трудившимся над моей душой и возрастанием в Тебе. Благослови Марию, Степана, Александра, Михаила и Анну. Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас. Воздай, Господи, добром, спасением души всем помогавшим нам в миссионерском путешествии. Благослови Виктора, Николая, Павла, Зинаиду, Владимира, Дмитрия, Сергея. Аллилуйя! Ангел Христов, хранитель мой святой, моли Бога о мне грешнем. Благодарю тебя, мой ангел. Сколько лет ты хранил и защищал душу мою от видимых и невидимых опасностей. Прошу тебя, не покини в смертный час, когда душа будет разлучаться от тела, и проведи душу мою по мытарствам страшным и непонятным, и веди ее навеки в вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя! Иоанн Креститель, предтеча Христов, моли Бога о нас, научи нас жить и в бедности, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным, никогда не роптать, никому не завидовать, и каждому даруй жилье, Сергею Гавриилу. Аллилуйя! Святитель Христов Никола, Мирликийский чудотворец, моли Бога о нас.
Смотрите, Бога на святые пророки Божии, Илья, Елисей, Енох, Моисей, Самуил, Аарон, Иов, Авель, Ной, Иосиф, Патриархи, Ездра, Неемия, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Иезекииль, Осия, Иаиль, Агей, Сапония, Захария, Малахия, Давид, Напан, Даниил, Отроки, Пророк, Михей, Авраам, Исаак, Иаков. Да исполнит Господь духом пророческим церковь свою, дабы день прихода Твоего и нашего отшествия не застал нас неготовыми, но чтобы вышли навстречу Тебе, Господи, с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными елея добрых дел, соделанных в Духе Святом с любовью. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые ангелы и архангелы, херувимы, серафимы, все небесные силы, престолу Божию предстоящие, святые апостолы, Петр и Павел, евангелисты, Матфей, Марк, Лука, Иоанн, да дарует Господь нам жажду исследовать Священное Писание, изучать и жить по нему. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые отцы, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Афанасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Ио, Сергий, Радонежский, Стефан, Пермский, Серафим, Саровский, Ян Тобольский, Ян Кронштадтский, Ян Шанхайский, Кирилл и Мефодий, Иннокентий, Николай, Макарий, Алтайский, Филарет, и все переводчики Священного Писания, молите Бога о нас, да сохранит нас Господь в святой православной вере, а замысле еретиков, отступников развей, в ничто преврати. Молите Бога за нас, а нас, святые мученики, мученицы, Игнатий Богоносец, Поликарп Смирнский, Устин Философ, Косма и Дамиан, Андрей Стратилат и Ирон, мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфим Никомедийский, Георгий Победоносец, Пантелеймон, 40 святых мучеников, царь Николай, святое царское семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб. Молите Бога о нас, да сохранит Господь нас, дабы никто не принял начертание зверя Антихриста. Аллилуйя! Анфиму, Вениамину дай веры, устраши родителей за такое ложное воспитание. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые жены и девы, Фёкла Первомученица, Фатина, Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь София, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепетуя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прескила и Акила, Андроник и Юни, Киприян и Устина. Да дарует Господь женам и девам послушание и молчание, целомудрие и стыдливости, и сохрани их от всяческого поругания, исправь непокоривых, Галина, семейство его, Евгения, Надежды, Людмила, Иоанны, и прими нашу молитву, воздеяние рук, как жертву вечернюю, благоухание приятно перед престолом благодати Твоей, Господи, и соедини молитву нашу с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. О, Всевышний Создатель, Изиждитель всего творения, услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам. Любящий наш Отец Небесный, ради голгофских страданий пролитой крови Сына Твоего Единородного Господа и Бога нашего Иисуса Христа, прими нашу молитву и исполни ее о всех, заповедавших нам молиться о них. Спаси их, Господи, и помилуй. Аллилуйя! Говори, Господи, Владыка, слушает и дослышит раб Твой.
Доброе утро всем. Молитва великопостная, Господи, Владыка живота моего, в пятницу вечером уже не считается, потому что суббота наступает, а в воскресенье вечером уже она считается. Точно так же земные поклоны, считая, достойно есть. И Господи, вот, уже вечером, в субботу, земные поклоны не делаются. А в воскресенье вечером уже земные поклоны, потому что наступает по церковному другой день. Аминь. Спаси Христос. Слава Господу. Аминь. Доброе утро. Аминь. Доброе утро. Доброе утро. Аминь. Доброе утро. Спаси Христос. Так. Грамотные братья, мне помощь нужна. Так, вот я вчера начитывал, сохранял файл вордовский. Вот. И он у меня не сохранился. Почему-то. Так. Ну ты, Сергей Павлович, поговори, тут есть кто. Сергей Евтушенко, тут вот, Астахов, тут кто по ним. Это хорошо понимает. Ну, ко мне зашел вчера, у меня та же, заряжаю, которые насчитывали-то. А она половина пишет, половина прерывает. 3 дня я мучился, все перепутано. И он все-таки сам вышел на меня, говорит, может, еще не ладно, помочь надо сам. Ну, и вечером покопался, и сегодня ночью, ну, маленько записалось, как будто все. Но старая, которая, половина записана, теперь я должен все это проверять. Вот Володю хочу просить, чтобы помог вместе. А то я... ошибусь. Все. Так, подожди-ка. Ты не уходи никогда утром, когда тебе нужно. Что пусть я разобрать его. Сделай так, чтобы я ему прожил. Вот я ввожу часть 33, он мне пишет, не найден. А, нет, нашел. Текстовый формат. Да, вордовский, то есть мне, я когда сохраняю его, вот этот вот, ну вот, например, вот я вот сейчас прочитаю, сейчас напишу вот, ну вот, часть 34, например, да, и вот... Перебьете на секундочку, ты указывай, куда будешь сохранять, на рабочий стол, например, там же есть возможность сохранить, как, и указывай, куда ты сохраняешь, на рабочий стол, например, и вот тебе удобно будет искать потом все. Нет, я сохраняю в этом же файле, в исправленном, всегда раньше так этого делал, но сейчас выскакивает окошко, что файл только для чтения, и мне приходится его переименовывать, а вот, а переименованный, они вот, да, вот они видишь, вот у меня вот это вот все файлы, мне приходилось переименовывать, ты видишь, я тут 3 точки вот рядом вот ставил, вот здесь это, вот тут 2 точки, вот. И когда переименую, потом открываю на следующий день, то он у меня сохраняется. То есть я вот сейчас вот нашел. На какой. То есть, ну, мне неудобно всякий раз его переименовывать-то. Так, сейчас. Жуто. Сейчас, допустим, часть. Вот я его отредактировал, потом, допустим, вот я бы прочитал бы сейчас его. Я обычно раньше вот так вот его раз, сохранить изменения, вот, открытым оком, вот здесь вот 3 точки у меня, я говорю, да, uh-huh. А вот, да, вот, открытым вот, смотри, оком, точки, файл, да. Меняй его, не документ Word, а нажми снизу, вот здесь uh-huh. рядышком, вот выбери Docs, где он там, Word, подожди, у тебя просто, сейчас я соображу. Нет, 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 Word, поддержка. Просто обычная. Нет, тогда Word ставь, как было. Да, документ. Да. Ну да, вот сейчас вот он у меня сохранится. Вот, сохранить. А, вот, видишь, какая выскакивает. Данный файл открыт только для чтения. Вот смотри, а если ты знаешь это самое, сохранишь как-нибудь по-другому, например. Не вот там, где ты нажимал изменить стили, а подожди. Да, открытым оком.
Так, стоп. Вот раньше оно у меня не выскакивало, это окошко. Оно сохранялось все. А сейчас у меня уже видишь, сколько она изменяла. Вот открытым оком 3 точки, открытым оком 2 точки. Вот. Ну, естественно, как другой файл сохраняет, как новый. Да. Ты же изменение носишь, естественно. Вот его... и как не убрать, что вот он только для чтения. То есть, вот смотри, вот он, допустим, я сейчас отмена. И вот. Так, как же тут. Он, допустим, открыть, он, и вот так вот раз, свойства, и вот, видишь, только чтение, он мне говорит, уберите галочку, но она у меня убрана. Почему он говорит, что этот файл только для чтения? То есть я-то его хочу, ну, менять, редактировать каждый раз. Подожди, а ты сохрани теперь, знаешь, как по-другому. Сохрани, вот, да, вернись. Вернись, а сохрани вот где-то вот слева сейчас заходил, он туда вверху. Ну, вот где-то сохранял. До этого, да. Ну, вернись просто назад, назад, назад. Так, просто как? Назад. Так, вот сюда, вот. Да? Вот это. Сохрани как, да? Да. Вот как, ну, например, сохранил как документ Word, например. Так, давай смотреть. Попробуй так. Вот, сохрани документ Word. Ну, вот он у меня, документ Word, он-то есть, вот этот вот. А если ты поменяешь, ну, видишь, ясно. Вот я нажимаю сохранить, он опять вот это выскакивает у меня. Показать справку, видишь, это вот только чтение, то есть я как бы, грубо говоря, не могу его редактировать-то. Сергей. Угу. А вы вот сохранили, говорите, там, один, два. Вот вы один раз сохранили, а если его менять, попробуйте. То есть не несколько сохранять, а тот, который вы сохранили один раз, вот его потом и менять. Ну так, ну вот я его и меняю, допустим, открытым оком, вот я, например, 30, мне его нужно название поменять, если я название не поменяю, вот допустим, то у меня вчера... Нет, я поняла, подождите. Вот вы один раз поменяли название, зайдите в тот файл, которому вы поменяли название. Откройте его. Его можно постоянно пересохранять? Вот да, вот именно как раз. Нет, он так и делает. Я так и хочу, но он мне всякий раз и не дает пересохранять с другим названием. Нет, тот файл, который вы пересохранили с другим названием, откройте его. Он у меня открытый. Вот он. Вот он. И тоже не дает сохранить? Да. То есть все файлы, которые вы сохраняете, вы не можете пересохранить, да? Да, да. Открыть не для редактирования, а для чтения. Вот надо где-то галочку убрать, где у вас написано, чтобы можно редактировать. Обычно у меня выскакивает она отдельно, полоской. Вот, она вот она, допустим, я вот в справке прочитал, то есть открыть. Вот он этот файл, вот он у меня верхний, допустим, с тремя точками. Вот я его, вот он у меня, этот файл. Я нажимаю, так, подожди. Сергей, надо... Сергей, попробуй правой кнопкой мыши, и там есть меню, кроме открыть, еще изменить. Попробуй вот именно изменить нажать. Так, меню. Открыть. А где изменить? Нет, ну так. Вот нужно открыть. Нужна папка. Вот я открываю, да, вот я открываю. А мыши. Правой мышкой. И вот и... Изменить, да? Да, допустим, попробуйте, может быть. Изменить. Выполнение этой команды невозможно, так как открыто диалоговое окно. А, ну все, значит, нам нужно просто папку. Мы сейчас находимся как бы в Word, а нам нужно просто чисто папку открыть и в папке нажать вот правой кнопкой мыши. И вот эту операцию попробовать сделать. Эта папка где находится? На рабочем столе? Вот, да, вот. Вот, вот она, эта папка. Ага. Эту папку надо закрыть, получается. Нет, здесь же правой кнопкой мыши и попробовать открыть файл, который хотите редактировать. Ну вот он у меня вот этот верхний. Правый? Правый. Изменить. Изменить. И то, что было открыто, надо закрыть, наверное. Там у нас в Word. Угу.
Ну, раньше было такое, да, я уже справлялся с этой проблемой. Допустим, закрыть все окна. И что-то он стал подвисать. Я же пришел закрыть все окна, он подтупливает. Ну вот если так, допустим, тоже видишь. Каждое, вот нажать надо на окошко, и каждое закрыть, может он там что-то спрашивает. Нет, прямо нажми на эти. Да-да-да. Сам это не выскакивает, чтобы Word открылся на весь экран. Документы. Ну, видать. Ну или тогда папку надо закрыть вот эту вот. Ну, закрой, если найдешь ее потом. Ну, я-то ее знаю, где она. Вот она. Вот ну, она. Вот, и теперь давай закрывать вот красную. Закрываю, да. Она спрашивает, сохранить. Я, например, говорю, да. Опять наверное, здесь не надо, здесь же уже вроде исправлен. Ну, да. Значит, ну, вот он не дается сохранить, значит, я пишу, что, отмена, закрываю. Да, и нет, пишу, да, не сохранять изменения. Вот, я закрываю, этот закрылся, вот. Пробуем изменить. Верхний документ. Изменить. Вот если в верхней строке только для чтения не будет, значит все будет сохраняться. Не отвечает, ага. Нет, он открывает, он внизу зеленая полоска ползет. Угу. Процесс вроде. Ну, а вот. И он не хочет что-то. Тут вот какая-то выскочила, у меня не было вот это вот. Это нормально, это он как бы это процесс редактирования как бы. Так, что, еще раз пробуйте? Не-не-не, внизу открылся вот, внизу Word. А, вот он открылся, да? Ага. Только для чтения не написано. А где написано только для чтения? Обычно вот в верхней строке самое нет, не написано, но должен сохранять. Ну вот, допустим, вот я его меняю, например, вот 333 ставлю, сохранить, говорю, да, о, сохранился, теперь я его опять верхний открываю. Может быть из-за того, что у меня. Так. Так, что он у меня открывается, да? Чё ж так медленно стало опять все у меня, господи, помилуй. Компьютер давно перезагружался? Да я утром его включил. Он у меня ночью выключенный был. Ну, кстати, открыть надо было через правую кнопку мыши изменить. А что это дает изменить? А там, видимо, из-за того, что автор другой, там прямо написано автор Игнатий Лапкин, есть некий запрет на редактирование. Скорее всего. Вот там. Ну да, вот написано вверху, а или не написано. Ну вот он, вот видишь, с тремя тройками все, он открылся. Правда, медленно, но открылся. Значит, ну дает он редактировать его. Вот я теперь, допустим, Ctrl V и пишу часть 33, ищу ее, допустим, вчера я остановился, найти далее. Ужасно тормозит, что делать-то. Вот открылось. И вот с этого места я вот сейчас начинаю начитывать. Так, ну вроде сохраняется. Ну мы то толком-то что мы сделали-то? То, что изменить, нажали. Ну хорошо бы каждый раз открывать через изменить. Вот сейчас ты, по-моему, открыли просто как бы двойным этим нажатием. А, то есть я сейчас
вот, с другой подожди. Стороны, он не пишет, что только для чтения документы открыты. Ну, вроде как нормально. Ну, попробуй сохранить, чтобы... Вот там... я, допустим, сейчас... вот, допустим, вот я сейчас начитаю, вот в конце вот 33, допустим, точку я ставлю. Сохранить открытым оком три точки вот в конце. Я говорю, да, все, он без проблем сохраняет. Опять я его в этой папке нахожу. Вот он верхний, он у меня. Так, ты говоришь, раз, и изменить, да? То есть изменить, это значит открыть с изменениями, что ли? Что редактировать. А, то есть ты его открываешь для того, чтобы... Не открываешь, а открываешь для редактирования. Это значит изменить, да? Угу. Всякий раз так пробовать его открывать, да? Ну, я думаю, что желательно так, но, видимо, здесь даже один раз открыли, и уже он сохранил. Один раз он позволил себя поизменять, и в следующий раз он уже будет позволять себя изменять, да? Видимо, так. Возможно, если потом соскочит, можно еще разочек. У меня тоже выскакивает, но я раз меняю, и все, то же самое. У меня почему-то, ну, у меня немножко другой, и сверху обычно выскакивает такая вещь. Ну, то, что вот так тормозить стало, открывает под... Перегрузи компьютер, может быть, что-то просто загрузился что-то. Наверное. Так. Угу. Все. Ну все, братья, спаси Христос, слава Богу. Живи, век учись. Так, все, микрофончики, братья, выключайте, буду начитывать. Всех выключено. Слава Богу. Так, еще окно. Нормально. Так, время 6. Так, Коля, 25 секунд. Ну, 25 минут засекай. Когда 25 минут пройдет, или там 23, ну, Маш, так, как бы мне, ладно, я сам засеку тогда время 6. Вот так вот крест показывает, две руки, это значит, что время выходит, чтобы я дольше, чтобы время кончилось, я пойму. Игнат Тихонович, вас не слышно. Если вы пытаетесь что-то сказать, ну, ладно, все. Не сказать, я уже несколько раз включаю, выключаю. Чего включаете, выключаете? Все, начинаем начитку. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Комментарии Игнатия Латкина на толкование блаженного Феофилакта архиепископа Болгарского. Часть 33. Толкование на 1 сентября. Что у нас, Сергей Павлович? 34. Так, стоп. Так. Сейчас у нас будет часть 34, 1 Тимофея 3.5. Так, значит, 3-4 я не сохранил. Значит, нужно дальше вниз искать. Ага, вот он.
благодарю. Так, чё б я вас без вас бы делал-то, без помощников моих дорогих? Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Комментарии Игнатия Лапкина на толкование блаженного Феофилакта, архиепископа болгарского, часть 34. Толкование на 1 Тимофею 3.5. Но ныне, увы, куда мы, епископы, упали, так что в нас не обретается и тени даже такой умеренной добродетели. Помилуй нас, Господи! Комментарий Игнатия Лапкина. Признав себя творением Божьим, признав над собою владычество Господне и признав истинность всего написанного в Библии, человек должен заняться разрешением самого главного и трудного вопроса. Как ему спастись? Как не погибнуть для вечности? И, уверовав во Христа, приложить все силы, чтобы исполнить волю Божию о себе, исполниться Духом Святым и радостью служения Ему. И если Господь положит на сердце, что ты должен служить Ему пастырем, и тем более архипастырем, то как ты должен к этому готовиться, познавая волю Божию ежечасно? Епископов называют ангелами церкви, и святые отцы учат обращаться к ним как к источнику мудрости, как к самому Христу. Какую ответственность это накладывает на них? Как же могло случиться, что они превратились в диких зверей? Деяния 20:29. Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада. Иоанн Златоуст, бесстрашный в обличении властей и церковного священноначалия, признавался, что никого не боится так, как епископов. Но они-то сами разве не видели себя? Разве не имели перед собой священного писания, чтобы сравнивать свою деятельность с написанным в нем? Как мало тех из них, кто вопиял вместе с блаженным Феофилактом: «Куда мы, епископы, упали?» Так что в нас не обретается и тени даже такой умеренной добродетели. Помилуй нас, Господи! И у каждого епископа свой штат, свои защитники, лизоблюды и прихлебатели. И все искали епископского благосклонного взгляда, кидались ему под благословение и считали это за великое счастье и милость Божию. Разве это не говорит о полной слепоте окружения епископа? Если бы паства была под водительством Духа Святого, то неужели никто не сказал бы епископу о той смертельной опасности, в которой пребывает его душа? И тогда, быть может, обличаемые своими овцами, они могли бы пасть и принести всенародное покаяние перед Богом, говоря: «Куда мы, епископы, упали, так что в нас не обретается и тени даже такой умеренной добродетели. Помилуй нас, Господи!» Прошли времена лютых гонений, но они могут начаться, быть может, сегодня же. Бог дает передышку своему воинству. Во времена гонений, как говорят святые отцы, и правила Карфагенского собора и Григория Неокесарийского, многие погрешали против своей совести и нанимали вместо себя язычников принести жертву, чтобы попасть в списки благонадежных граждан государства. И все эти отступления церковь решительно осуждает.
тем более сотрудничество с властями, поставление в епископы при содействии властей, уполномоченных по религиозным культам и органов госбезопасности. На этом страхи и лжи пытались сохранить структуру управления церковью, в кавычках «спасти» ее. И это оправдывалось и продолжает оправдываться сегодня, в мирное время, что якобы Сергиевская декларация не является каким-то политическим документом, как говорит сегодня патриарх. Когда случались подобные падения епископов, патриархов, пап в первые века христианства, если они приходили в чувство и раскаивались, как святой папа Маркеллин, то они давали завещание церкви не хоронить их, а отдать на съедение псам, память 7 июля. Они открыто обличали тиранов, становились мучениками, делаясь образцом для всех последующих епископов-отступников, которые кадили фимиамом, восхваляли сатанинский режим. Они дали пример всем будущим отступникам, чтобы те могли, осознав свое предательство, тотчас сложить себя сам и в слезах вопиять: «Куда мы, епископы, упали, так что в нас не обретается и тени даже такой умеренной добродетели? Помилуй нас, Господи!» Правила вселенских поместных соборов и святых отцов отлучают от церкви всех, кто молится с еретиками. Эти правила являются инструкцией по отношению ко всем ересям, экуменизму и Всемирному Совету Церквей, предтечи Церкви Антихриста. А называющие себя православными епископы во главе с патриархом участвуют в экуменических молениях в этом дьявольском шабаше нечистой силы, давая пример своим посомам. Куда мы, епископы, упали, так что в нас не обретается и тени даже такой умеренной добродетели? Помилуй нас, Господи! Григорий Богослов пишет епископам: «Вы, приносящие бескровные жертвы, достославные приставники душ, вы, которые восседаете на знаменитых престолах, превознесены, а в делах внутреннего благочестия не отличаетесь от прочих. Говорите с важностью о том, что делаете слишком легкомысленно. Было время, что сие великое тело Христово было народом совершенным, а что ныне смешно то видеть. Всем отверст вход в незапертую дверь, то есть к сану епископа. Приходите сюда, утучневшие винопийцы, одевающиеся пышно, обидчики, снедающие народ, льстецы перед сильными, двоедушные, рабы переменчивого времени. Приходите смело. Для всех готов широкий престол. Все толпитесь около божественной трапезы, и теснясь, и тесня других. Кто смотрит на вас, тот пойдет противоположной стезей. И это единственная польза от вашей испорченности». Святитель Иоанн Златоуст: «Что может быть беззаконие, когда люди негодные и исполненные множества пороков получают честь за то, что не следовало бы позволить им переступать церковного порога? Ныне грехами страдают начальники церкви.
Беззаконники же, обремененные тысячью преступлений, вторглись в церковь. Откупщики сделались настоятелями. Это бесчинье получило некоторый законный вид и особенно распространяется. Если кто согрешил и обвиняется, то такой старается не о том, чтобы доказать свою невинность, а о том, чтобы найти сообщников для своих преступлений. Симеон, Новый Богослов. Из епископов есть многие из немногих, которые высоки и смиренны худым и противным смирением, которые гоняются за славой человеческой, превозносятся над всеми внизу сидящими, незванно входят внутрь Христова святилища, вступают без хитона благодати Духа Святого, который они никоим образом не восприяли. Входя же, они показывают себя близкими Христу лицами. Дерзко и самонадеянно они прикасаются к божественным тайнам. Цитата. «Кто вручит власть человеку вредному для церкви, тот будет виновен в дерзких его поступках. Как для избранных недовольно сказать в свое оправдание: я не сам вызвался, я не предвидел и потому не уклонился, так и избирающим нисколько не может помочь то, если они скажут, что не знали избранного, но поэтому самому вина и становится больше, что они приняли того, кого не знали, и кажущееся оправдание служит к увеличению осуждения». Еще цитата. «Священник должен быть не только чист, но и весьма благоразумен и опытен во многом, знать все житейское, не менее обращающееся в мире, и быть свободным от всего более монахов, живущих в горах, должен быть многосторонним, говорю многосторонним, но не лукавым, не льстецом, не лицемером, но исполненным великой свободы и смелости, и однако умеющим и уступать с пользой, когда потребует это положение дел, быть кротким и вместе строгим. Нельзя со всеми подвластными обращаться одинаковым образом». Еще цитата. «Отчего происходят такие смятения в церквах? Я думаю, ни от чего иного, как от того, что избрание и назначение предстоятелей совершается без разбора и как случится. Голова должна быть крепкой, а когда она сама по себе слаба и не может отклонять болезненных влияний, то и сама делается еще слабее и вместе с собой губит все тело». Иоанн Златоуст. Толкование на 1 Тимофею 4:14. Здесь апостол говорит о даре учительства, который получил избранный епископ. Комментарий Игнатия Лапкина. Святитель Тихон Задонский говорит так. Пастыри должны тщательно поучать людей, порученных им, как их увещевает святой Петр: «Пасите Божье стадо». 1 Петра 5:2. «Пасется же Божье стадо Словом Божьим и Его святыми тайнами». И Павел Святой к тому же их побуждает: «Внимайте себе,
и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею. Деяния 20:28. И снова написал Тимофею и в его лице к святому пастырю: «Проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием». 2 Тимофею 4:2. «Ибо пастыри вступили в должность апостольскую и непременно должны им следовать. Те по всей вселенной проповедовали Слово Божие, а пастыри, каждый на своих местах, должны это духовное сокровище открывать людям. Ибо погрешают пастыри, которые забывают этот долг». Цитата. «Немалый ущерб готовит себе пастырь, который спит вне овчьего двора, потому что сон пастырей – радость волкам». Преподобный Ефрем Сирин. 1 Тимофею 5:17. Толкование на это место блаженного Феофилакта. «Слова же апостол требует... Простите, слово же апостол требует не хвастливого, но исполненного силы Писания и разума, хотя бы оно и просто произносилось». Комментарий Игнатия Лапкина. Не случайно в русском народе есть поговорка: «Попа узнаешь и в рогожке». То есть поведение и речь выдают человека, хотя бы он был одет и не по форме. У военных это походка и выправка. У священников особый, присущий только им, снобизм всезнания. Знание – это действительно хорошее дело. Но священник – это не энциклопедия знания. Он должен быть рупором Божьим. Пастыри сумели так приучить свою паству, что к ним обращаются как к конечной инстанции, как к самому Господу Богу. Слова же, слово же апостол требует не хвастливого, но исполненного силы Писания и разума, хотя бы оно и просто произносилось. Осия 4:6. «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения, так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от священнодействия предо мною, и как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих». Перед тем, как рукополагать в диаконы и в пресвитеры, на эту ответственнейшую должность, особая комиссия из опытных проповедников, хорошо знающих Писание, должна проверять избранных народом из своей среды на глубокое знание Священного Писания. И всякий ответ пастыри в дальнейшем данный не по Писанию, и, Боже упаси, вопреки Писанию, должен рассматриваться как тяжкое преступление против Бога и против своих пасомых. И если это случилось трижды, должна быть наложена на пастыря епитимия, запрещающего его в служении, доколе он не будет хорошо знать Писание. Малахия 2:7. «Ибо уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от уст его, потому что он – вестник Господа Саваофа». Исаия 8:20. «Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света». И еще раз цитата Феофилакта.
Слово же апостол требует не хвастливого, но исполненного силой Писания и разума, хотя бы оно и просто произносилось. Толкование на 2 Тимофею 1:8. Нет, не то, но или говорит: «Спострадай мне ради благовестия», или благовестием называет всех проповедников Евангелия и строителей тайн, как и в послании к Коринфянам. 2 Коринфянам 9:12. Комментарий Игнатия Лапкина. Удивительный архиепископ болгарский. По сегодняшним меркам в нем нет ничего православного. Он не только ничего не приплетает к текстам из Библии, но в его выражениях буквально перехлёстывает в сравнениях о проповеди и о Евангелии в сторону восторженного возвышения дела проповеди. Благовестием называет всех проповедников Евангелия. Человек должен не только читать Евангелие, проповедовать Евангелие, но и сам должен быть живым Евангелием, благой вестью. Филимону 1:21. Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение. 1 Коринфянам 2:2. Ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого. Какой высокой наградой венчает Феофилакт всех проповедников о распятом и воскресшем Мессии. Благовестием называет всех проповедников Евангелия. Кто из православных может претендовать сегодня на это звание? Какой священник потянет на этот титул? Какой архиерей к своим наградам может добавить это прозвище, чтобы его назвали Евангелием, благовестием? Какой патриарх может сказать открыто, честно, стоя перед любым святым проповедником прошлых веков и заявить о себе, что Бог ему даровал это звание? Благовестием называет всех проповедников Евангелия. Толкование на 2 Тимофею 2:2. Поэтому учителю необходимо иметь два качества: быть верным и учительным. Комментарий Игнатия Лапкина. Святитель Тихон Задонский говорит: поучать нужно о самых важных для спасения потребностях. Коротко, ясно, просто и понятно простому народу. При каждом учении должно быть краткое нравоучение на ту же тему. Учение нужно подтверждать священным писанием и толкованием святых и богоносных отцов и учителей церковных. Пояснять образами и историями, примерами и доказательствами. Высоких богословских вещей можно касаться, если случайно возникнет необходимость, и то со всякой осторожностью. Везде нужно иметь предосторожность и крайне беречься от преткновения и соблазна. Чтобы понять, что сегодняшние пастыри не знают Писания и не знают толкования блаженного Феофилакта, побеседуйте с ними в присутствии человека, знающего и то, и другое. Вы в этом убедитесь в течение 1 часа. Перед каждой проповедью, перед каждой беседой каждый христианин, и тем более священник, должен просить Бога в молитве о том, чтобы, цитата, «слово мое было из свидетельств Писания». Поэтому учителю необходимо иметь два качества – быть верным и учительным.
верным Богу и Его Слову, выраженному в Священном Писании, а не вымыслом человеческим. Господь говорит: пастыри отпали от меня. Иеремия 2:8. Пастыри сделались бессмысленны. 10:21. Множество пастырей испортили виноградник. 12:10. А они хвалятся ризами, дипломами, митрами. И видели бедственнейшее положение этих пастырей только отдельные люди, как Серафим Саровский, молившийся о них. Настольная книга священнослужителя, том 3, страница 601. Цитата. «Господь открыл мне, что будет время, когда архиереи земли русской и прочие духовные лица уклоняться от сохранения православия во всей его чистоте, и зато гнев Божий поразит их. И сказал Господь, что не помилует их, ибо будут учить учениям и заповедям человеческим. Сердца же их будут стоять далеко от меня». Конец 34 части. Хромать что-то начинаешь. Что-то у меня нога правая задняя. Вот. Инвалид. Все ходишь. Сейчас волос только если я повысил, сразу спрячется. Смотрит на меня, не знает. Прячется. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Комментарии Игнатия Тихоновича Лапкина на толкование архиепископа болгарского Феофилакта. Часть 35. Толкование на 2 Тимофею 2:15. Везде с большим старанием апостол говорит о стыде, потому что для большинства служили стыдом, как крест Христов, проповедь о нем будто бы невежественная, как и сами апостолы, как люди простые и все терпевшие. Толкование на 2 Тимофею 3:15. «Ибо кто знает Писание как следует, тот никогда не будет совращен. Ибо священные Писания приводят человека к тому, чтобы он уверовал во Христа, который соделывает для него спасение». Комментарий Игнатия Лапкина. Все секты сегодня подпитываются теми, кто еще утром считался православным. Католики открывают в России новые епархии из недавно состоящих из бывших православных. Оказавшись за границей, сколь многие из православных совратились в иноверие. И все это от того, что люди не знали Писания. Ибо кто знает Писание как следует, тот никогда не будет совращен. Ибо священные писания приводят человека к тому, чтобы он уверовал во Христа.
Нет ничего выше, яснее, прекраснее, тверже православной веры, которая основана на Евангелии. И такое сокровище священники скрыли от народа, сделав народ легко уловимым любым хищным зверем. Ибо кто знает Писание как следует, тот никогда не будет совращен. Толкование на 2 Тимофею 3:16. Указав много способов утешения Тимофею, теперь апостол предлагает и самое большее в чтении Священного Писания, ибо он намерен сообщить ему нечто прискорбное, именно что он оканчивает свое земное поприще. Итак, чтобы не падал духом, как лишающийся общения с Павлом, он говорит: «Вместо меня ты имеешь Писания, которые могут тебе быть полезны, и нет ничего, что не было бы разрешено посредством Священного Писания». Если нужно изобличить ложь, и это можно почерпнуть отсюда. Если нужно, говорит, исправиться и получить наставление, то есть вразумиться к справедливости, то есть чтобы поступать справедливо, то и это доставляет тебе Священное Писание. Комментарий Игнатия Лапкина. Нужно ли давать комментарии на этот стих и на эти комментарии с надеждой сказать более, чем апостол Павел и блаженный Феофилакт? Умоляем Христом, истинным Богом, прочтите, что они говорят только в этом стихе о Библии, и полюбите Библию. Толкование на 2 Тимофею 3:17. Так что, если и ты желаешь сделаться таким же складным, то есть совершенным, здравым и всегда во всем равным, не унывающим в печальных обстоятельствах и не гордящимся в благоприятных, ибо это свойственно неровному душевному настроению, то имей Писание советником вместо меня. Если Тимофею, который был исполнен Святого Духа, апостол писал о чтении, то не тем ли более нам заметь, что без Писания нельзя быть совершенным. Комментарий Игнатия Лапкина. О роли Священного Писания в христианской жизни и православном вероучении свидетель Кирилл Иерусалимский говорит так в огласительных беседах. Никакая божественная и святая тайна веры не должна быть сообщаема без Божественного Писания и не должна основываться на одной лишь вере и избранных словах. Даже не верь ты мне, когда я просто говорю тебе о нем, если на слова мои не будешь иметь доказательства из Божественного Писания. Ибо спасающая нас сила веры зависит не от выбора слов, но от доказательства божественными писаниями о Святом Духе. Цитата. «Веру же как в учении, так и в исповедании старайся иметь и держать ту только, которая ныне сообщается тебе Церковью и которая утверждена всем Писанием. Теперь, пока от настоящего чтения, начертай в памяти истины веры, а в свое время на каждую из них извлеки доказательства из Божественного Писания, ибо истины веры не так составлены, как бы хотелось людям, но приличнейшие места, будучи собраны из всего Священного Писания, составляют учение веры. И как семя горчичное из малого зерна много пускает отраслей, так и эти истины веры в кратких словах вмещают все ведение благочестия, содержащегося в Ветхом Завете и Новом». Огласительное поучение пятое.
еще цитата. Неужели Христос напрасно вочеловечился? Неужели учение наше есть вымысел и мудрование человеческое? Не божественное ли Писание есть спасение наше? Не пророческие ли предсказания? Итак, храни верно сей залог, чтобы никто не поколебал тебя. Огласительное поучение 12. Толкование на 2 Тимофею 4:2. О, да устрашимся сего мы, ленящиеся проповедовать. Проповедуй непрестанно, говори неутомимо, не однажды, а всегда. Пусть не будет для тебя определенного времени, но во время, то есть во время мира, спокойствия и пребывания в церкви, и не во время, то есть в опасностях и вне церкви, говори и проповедуй. Во время и не во время, сказал апостол в том же смысле, в каком говорится это в обычной речи. Благовременем для проповеди почитают время мирное и спокойное, а безвременем для нее время бедствий. Иные опять благовременной проповедью почитают проповедь в церкви, а безвременной – вне церкви. После того, как обличишь и докажешь погрешающему его погрешность, запрети ему, то есть наложи эпитимью и наказание. Комментарий Игнатия Лапкина. Апостол Павел заботился о церковных кадрах и был для Тимофея, рожденного им проповедью, истинным духовником. Все свои послания к Тимофею он наполнял увещаниями, чтобы тот проповедовал день и ночь в любом месте. О, да устрашимся сего мы, ленящиеся проповедовать. Иные опять благовременной проповеди почитают проповедь в церкви, а безвременной вне церкви. Вы, сегодняшние пастыри и архипастыри, вы называете себя православными, и перед народом выказываете себя как бы особо набожными, потому что вы являетесь служителями алтаря. Примените эти слова вселенского учителя лично к себе, представляя, что вы друзья Тимофея и вместе с ним сопутствуете апостолу Павлу. Если будете это исполнять, то какие вы будете блаженны, и мы вместе с вами. О, да устрашимся сего мы, ленящиеся проповедовать. Иные опять благовременной проповеди почитают проповедь в церкви, а безвременной вне церкви. Толкование на 2 Тимофею 4:5. Следовательно, дело благовестника – страдать и от себя, и от подсторонних. Таким образом, тогда исполняется служение, когда кто страдает. Комментарий Игнатия Лапкина. Когда совершается брак, то священники, согласно установлению, возлагают на обрачующихся венцы. При этом венцы должны возлагаться только на тех, кто сохранил свое девство, непорочность. Это венцы за победу над врагом на блудном поприще. Они одновременно означают, что возлагается как бы терновый венец, подобный венцу нашего Господа, потому что в семейной жизни будет много скорбей и печали. И сочетающихся браком ждут как бы бури, как корабль, который выходит в бурное море семейной жизни, покинув тихую пристань девства. 1 Коринфянам 7:28. Впрочем, если и женишься, не согрешишь, если девица выйдет замуж, не согрешит, но таковые будут иметь скорби по плоти, а мне вас жаль.
Святой Иоанн Златоуст в своих 6 словах о священстве подробно говорит о великих опасностях и скорбях, которые поджидают духовного пастыря, священнослужителя. Сегодня придумали церковные награды, награждают красивыми, блестящими митрами, объясняя, что они прообразуют терновый венец Христа. И если священники так вожделеют этой награды, то есть этого тернового венца, достойного всяких наград вечности, то они должны помнить слова блаженного Филакта, что этой награды, этого венца, то есть митры, легче всего достигнуть через проповедь, обличающую, запрещающую, питающую. За такие проповеди тебя обязательно будут гнать, и ты будешь на грани мученичества даже в мирное время. Цитата. «Следовательно, дело благовестника – страдать и от себя, и от посторонних. Таким образом, тогда исполняется служение, когда кто страдает». Через проповедь, приносящую страдания, пастырь действительно сочетается с вечным женихом Христом и получит нетленный венец, даруемый женихом своей невесте за ее верность. Свидетель Феофан Затворник говорит: «Всякого, кто исповедает меня пред людьми, того исповедаю и я пред Отцом моим небесным». Матфея 10:32. Трудно ли исповедать Господа? Никакого нет труда. Какой труд сказать, когда требуется, что Господь наш Иисус Христос есть единородный Сын Божий и Бог, который ради нас пришел на землю, воплотился от Духа Святого и Марии Девы и вочеловечился, был распят, пострадал, погребен, воскрес в третий день, вошел на небеса и сидит одесную Бога Отца, и опять придет судить живых и мертвых, что Он послал Духа Святого на святых апостолов, силою Его устроивших на земле святую Церковь, которая, научая истине и освящая таинствами, правильным путем ведет всех верных чад своих в Царство Небесное. Все это мы повторяем всякий раз, когда слышим и читаем символ веры. Так возьми эти истины, запечатлей их в сердце своем и будь готов, не боясь никакого человеческого лица, заявить, что так, а не иначе нужно веровать, чтобы спастись, готовясь вместе потерпеть и то, что за это в ином случае достанется тебе. Ограждай уста учителей лжи и хулителей христианства словом истины, и получишь то, что обетовано Господом. Ты исповедуешь Его Богом и Спасителем пред людьми, а Он перед Богом Отцом исповедует, что ты верный Его последователь и исповедник. Цитата. «Знаете ли вы, возлюбленные братья, за что хотят погубить меня? За то, что я не приказывал стлать пред собой богатые ковры, что никогда не хотел я одеваться в золотую и шелковую одежду, что я не унизился до того, чтобы удовлетворять жадность этих людей и не держал стола, открытого для них. Племя Аспида всегда господствует, осталось потомство у Изавели, но и благодать подвязается с Илиею. Иродиада также здесь, Иродиада все еще пляшет, требуя головы Иоанна, и ей отдадут голову Иоанна, потому что она пляшет. Христос со мною, чего я устрашусь? Его Евангелие в руках моих, посох, на который я опираюсь. Вот где мое прибежище, вот мирная пристань души моей. Бури на меня воздвигнутые, море на меня низвергнутое, неистово государей и сильных мира. Все это для меня не более
паутины. Свидетель Иоанн Златоуст. Можно морковку найти. Толкование на 2 Тимофею 4:11. Ибо и в вузах он не переставал проповедовать. Следовательно, и Тимофея он призывал не для себя, но для благовествования, чтобы между верующими не произошло никакого смятения по случаю его смерти. Когда многие из его учеников будут присутствовать при этом, они будут сдерживать смятение и утешать тех, которые нелегко перенесут его кончину. Комментарий Игнатия Лапкина. Перечисляя события Ветхого Завета, вселенский учитель апостол Павел поясняет нам, что знать про происходившее ранее необходимо не для расширения нашего кругозора, не для сдачи экзамена в духовном учебном заведении, но в первую очередь для того, чтобы извлечь правильные выводы, применяя все, прежде бывшее к себе на сегодняшний день. Речь идет о том, что если кто не изучает историю и не накладывает ее на нынешнее время применительно к своей душе, тот обязательно повторит те же самые ошибки, что и наши погибшие предшественники. Вот главная цель изучения истории. 1 Коринфянам 10:6. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. 1 Коринфянам 10:11. Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. И сегодня очень часто патриарх вызывает архиереев к себе. Для чего? Чем можно оправдать эти расходы на самолеты, на поездки, на гостиницы? Только проповедью, а все остальное должно стоять далеко позади этой цели. И в командировочной должно стоять, что патриарх вызывает не для себя, но для благовествования. Для благовестия не в храмах, а там, где сегодня проповедуют сектанты и еретики, повсюду. В домах культуры и на стадионах. Широко известные сектантские проповедники выходят в людные места со своими помощниками, которых иногда насчитывается несколько сот человек. После того, как сказана основная проповедь популярным проповедникам, помощники начинают трудиться индивидуально с теми, кто решил примириться со Христом и изменить свою жизнь. Во времена гражданской войны выходцы из народа, вчерашние простые солдаты, повели в бой дивизии и побили хваленных генералов из генерального штаба. На первых порах высокообразованные православные архиереи и священники вряд ли всегда смогут одерживать победу над сектантскими суемудриями своих и заморских эмиссаров. Но патриарх должен найти высокодуховных, вдохновенных проповедников среди архиереев и священников и вызвать их к себе на собеседование, сказав: «Я вас вызвал не для богослужений, не для торжественного собрания, не на тезоименитство, не на перенесение мощей, не на открытие храмов и не на крестные ходы, не для себя, но для благовествования. Это же самое должен повторить архиерей своим священникам слово в слово, буква в букву. И это же самое должны повторить священники своей пастве, а посомы друг другу». Иоанн Златоуст говорит, что он один ничего не успеет, если паства не понесет его слово в народ. Конец 35 части. Продолжение следует.
имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Комментарии Игнатия Тихоновича Лапкина на толкование архиепископа болгарского Феофилакта. Часть 36. Толкование на 2 Тимофею 4.15. То есть войну ведет и противодействует благовестию Евангелия. Комментарий Игнатия Лапкина. Противодействие проповеди есть самая настоящая вражда, война против Бога. И какой бы сан ни носил человек, вплоть до патриарха и папы, но если он противодействует благовестию Евангелия, он этим показывает, что он не рожден свыше, и благодать Духа Святого не коснулась его. Если при гласе пророков все должно было замирать, и небо, и земля, то какое горе ждет тех, кто противодействует благовестию Евангелия. Исаия 1.2. «Слушайте небеса и внимай земля, потому что Господь говорит, Я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против Меня». Отнимает хлеб в благодатном городе, отнимает воду в знойной пустыне тот, кто противодействует благовестию Евангелия. Во времена Христа и апостолов более всего противодействовали проповеди христопродавцы иудеи. И мы знаем, что их постигло за это. Как говорит Иоанн Златоуст, Бог как бы растоптал засохшую грязь и размел по всему миру. 2000 лет они не могут собраться воедино. 1 Фессалоникийцам 2.16. Которые препятствуют нам говорить язычникам, чтобы спаслись. И через это всегда наполняют миру грехов своих. Но приближается на них гнев до конца. Подобны им те, кто противодействует благовестию Евангелия. Толкование на 2 Тимофею 4.17. Чтобы всем сделались известны и слава проповеди, и попечение о мне промысла. И я избавился из львиных челюстей, то есть от Нерона. Он называет его львом по причине могущества его царства и непреклонности. Видишь, как близок он был к смерти, попав в самые челюсти льва. Комментарий Игнатия Лапкина. Пошло 2-е тысячелетие после крещения Руси. В православной церкви встречались дивные проповедники. Остались их труды. Но почему даже и они не исполнили прямое повеление Иисуса идти в мир? Все стало происходить совершенно наоборот. Появлялся проповедник или святой, известный подвижник, и люди устремлялись к нему в самые потаенные места. Можем ли мы предположить, что рядом с именем апостола Павла стоит другое слово из арсенала тех, кто позже появился в церкви? Затворник, пустынник, молчальник, гробокопатель, столпник. Этого нельзя даже вообразить. Слава проповеди – это слава Христу за спасенные души, за сеяние евангельского семени, за что проповедник получит славу вечности. Все вышеперечисленные звания не могут претендовать на славу проповеди. Марка 16.15. «И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Деяния 8.4. «Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали Слово». Православные, устремимся на славу проповеди. Преподобный Исидор Пелосиот говорит так. «Горе же беременным и питающим сосами в те дни» Матфея 24.19. «Сказано душам, которые чреваты божественной любовью, но не осмеливаются свободно изречь и исповедать веру в Бога и твердо стоять за нее».
а приобрели только детское и несовершенное понятие о Божьем долготерпении и не имеют твердого упования, но угрозами или нападениями приведены в расслабление и лишили себя будущего. Цитата. «Исповедание слабое, двусмысленное, не принимается, отвергается как непотребное, как недостойное Бога. Недостаточно исповедания в тайне души, необходимо исповедание устами и словами. Недостаточно исповедания словом, необходимо исповедание делами и жизнью». Свидетель Игнатий Брянчанинов. Толкование на послание Титу 1.3. «Ибо Евангелие все объемлет, как то, что в настоящее время нам дано, благочестие, веру, истину, так и то, что обещается в будущем веке, то есть жизнь вечную. Итак, говорит, мне поручена проповедь по повелению, так что мне необходимо исполнить его». Комментарий Игнатия Лапкина. Если сегодня было бы дано задание на бумаге в виде графика изобразить хронометраж времени от раннего утра до позднего вечера, то какое место займет проповедь? Но как говорит апостол Павел и как вторит ему блаженный Феофилакт, «Мне поручена проповедь по повелению Божию». Сегодняшние пастыри могут сказать о себе только то, что они служители алтаря, и им это поручено по повелению священноначалия. На каком архиерейском соборе, на каком епархиальном собрании за 1000 лет на Руси ставился во главу угла вопрос о проповеди Евангелия по всему миру? Так, чтобы, разъезжаясь после торжественных богослужений и трапез, каждый из них вез не награды на бедренники, камелавки и митры, но хвалился бы перед всеми тем, что ему поручена великая миссия благовествовать о Христе, и чтобы каждый из них с радостным лицом и сердцем торжественно провозглашал повсюду: «Мне поручена проповедь по повелению Божию и по повелению моего любимого архиерея-благовестника, который отныне будет для меня в этом деле примером всегда». Толкование на Титу 1.9. «Не торжественность выражений нужна, а опытность в писаниях и сила в мыслях». Комментарий Игнатия Лапкина. В любом деле, в любой профессии практика и опыт при приеме на работу имеют наиважнейшее значение. По этому же принципу, обращая внимание на опытность в деле проповеди, опытность в писании и силу в мыслях, должно бы принимать на служение пастыря. А сегодня главное внимание архиерей обращает только на то, как тот может совершать богослужения и требы, собирать деньги и отчислять в епархию. Кому не ясно, что это совершенно не имеет ничего общего с вышеуказанными словами Павла и Феофилакта и фактически есть новый опыт во вновь созданной религии, ничего общего не имеющий с православием, которому послужили истолкователи священного писания. Иоанн Златоуст говорит о необходимости тщательно исследовать Писание. Все мы, не родящие от чтения Писаний, терпим от этого вред и оскудение. В самом деле, как мы приведем в благоустройство дела свои, если не знаем тех самых законов, по которым нужно приводить их в благоустройство? Нужно тщательное исследование. Нужна, кроме того, и постоянная молитва, чтобы хоть немного прозреть в святилище Слово Божие. Цитата. «Будем исследовать Писание, чтобы не коснулся нас грядущий губительный для душ голод. Будем усердны к Писаниям, чтобы не заблуждаться и не увлекаться всяким ветром». Преподобный Симеон Новый Богослов.
Все Божественное Писание, Ветхое и Новое, ведет естественно больное человеческое естество к Иисусу Христу, единственному врачу душ и телес наших. Кто остается непричастным Его Божественной благодати, тот остается и неисцеленным. А кто причащается Его благодати, у того душа перестает быть больной. Толкование на послание Титу 3:6. Как под совершенно ветхий дом мы не подставляем подпор, но разрушив до основания строим его вновь, так и Бог не поправил нас, а воссоздал сполна. Комментарий Игнатия Лапкина. Священное Писание говорит о том, что в лице согрешившего Адама все человечество мертво. И если при творении человека душа его по своей природе была христианка, то у современного человека она язычница, умершая во грехах и дурных наклонностях. И Сын Божий, придя на землю, искупил нас и от смерти, и из ада. Бог не поправил нас, а воссоздал сполна. Грубейшая и смертельная ошибка, которую совершают почти все священнослужители православной церкви, состоит в том, что они пытаются, в кавычках, ремонтировать этого мертвеца, поправлять его через частую исповедь и причащение. Они учат, что человек согрешил, он окаянный грешник, как свинья лежит в колу, так и я служу греху. А священники, как духовные врачи, якобы имеют власть лечить эту свинью и сделать ее ангелом. Библия же учит, что мы все мы до встречи со Христом и до личного уверования в Него, до личного приятия Его в свое сердце как Спасителя – полностью и навсегда погибшие мертвецы. Лука 15:21. Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Ефесянам 2:1. И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим. Ефесянам 2:5. И нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом. Благодатью вы спасены. Бог не поправил нас, а воссоздал сполна. Поэтому главная, центральная проповедь у священников должна быть о рождении свыше. И они должны на каждой проповеди повторять эти слова. Бог не поправил нас, а воссоздал сполна. Священники должны полностью переучиться и со лжеправославия перейти в истинное христианство. Цитата. «Уста Христовы словом воскрешали мертвых, дочь Иаирову, сына вдовицы, четверодневного Лазаря, которые были мертвы телом, проповедующий же Слово Божие и учащий покаянию воскресает души, умершие грехами». Святой Григорий Двоеслов рассуждает об этом так. «Проповедь Слова Божия действует с большей силой, чем молитва, ибо большее чудо обратить грешного на путь покаяния словом учения, чем воскресить мертвого. При воскресении мертвеца восстает плоть, которая снова умирает, а в воскресении грешника восстает душа и живет вечно. Если хочешь убедиться на деле, что сказанная истина, смотри, воскресил Бог Лазаря телесно. А что творил Лазарь по воскресении своем? Писание об этом умолчало. Воскресил Бог душу в Павле, и что сотворила душа Павла? Своим учением он пропадил многие силы. Святитель Дмитрий Ростовский. Толкование на послание Титу 3:13. Так называет человека опытного в законах иудейских. Таков был Зина, и Аполлос был красноречив и силен в писаниях. Анисим, сначала бежавший невольник, он украл деньги из дома Филимона и бежал.
Будучи в Риме, он услышал проповедь Павла, и от него, находящегося в узах, оглашенный и крещенный, сам сделался достойным удивления человеком. Комментарий Игнатия Лапкина. Творец установил известный всем способ размножения, который зависит не от знания человека. Этому никто никогда и не учил. Но это все заложено в природе от низшего до высшего, и называется это зачатием и рождением. В духовном плане все это происходит точно так же. Иоанна 3:37. Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше». 1 Коринфянам 4:15. «Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием». Римлянам 10:17. «Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия». В этом способе размножения от проповеди не было ничего нового для людей духовных. Порядок был всегда один и тот же. Оплодотворение словом, зачатие, плодоношение, которое может и затянуться, и рождение. В это входит осознание себя окончательно погибшим грешником, вера в то, что Бог никому и никогда не прощает ни одного греха без наказания. Римлянам 6:23. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем». И согласие вынесшего себе приговор человека на то, что за его грехи, именно за его уже принесена плата – смерть Сына Божия, взявшего на себя его грех. Как заключительный акт рождения – отход из воды, околоплодной жидкости и первый вскрик – это троекратное погружение во святом крещении – и начало благовестия другим. Если бы апостол Павел был православным в нашем понимании, то он бы занимался, как любой сегодняшний батюшка, придуманным требоисполнительством. И этим бы занимался, будучи арестованным. Как он мог бы родить из волка ягненка, из шакала агнца, из гиены тельца? Конечно, Анисим мог приходить к Павлу, питаться от его благотворительной деятельностью, и тогда умели заниматься. И Павел научил бы его приходить на исповедь и причащаться. То есть там, в камере проповедника Тарсянина, была бы маленькая монашеская келья, очень похожая на сегодняшние монашеские кельи. Но без проповеди Евангелия не было бы ни рождения свыше, ни этого послания. Интересно, когда сегодняшние батюшки читают это послание, почему они себя не ставят на место Павла, что бы они там делали? Павел духовно не был ущемленным от этого ареста. Он также продолжал молиться, писать послания, проповедовать и духовно рождать. Трудно ли сделать заключение сегодняшним священникам, что они ничуть не похожи и не приближаются к образу апостола Павла? А он простирает к ним закованные в кандалы руки и говорит, 1 Коринфянам 4:16, «Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу». Филимону 3:17, «Подражайте, братья, мне, и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас». Мы не видим ни разу, чтобы Павел проводил богослужение в храме и хоть чуточку был похож на сегодняшних требоисполнителей. Он знал три слова:
Христос, Евангелие, проповедь. И это осталось нам в 14 его посланиях. Итак, любому должно быть видно, что то, что сегодня называется православием, есть абсолютно новое, придуманное людьми религия, имеющая мало общего со Словом Божьим. Поэтому анисимами, ворами переполнена страна. Батюшек сажают за постыдные дела или совращение малолетних, или присвоение чужого имущества. И даже встречаются главари рэкетиров в рясах. Как говорит патриарх, каких бандитов напринимали в церковь. Толкование на послание Филимону, глава 1. Если он сотрудник, то не задержит своего раба, а опять пошлет на служение проповеди, которой и сам он служит. Комментарий Игнатия Лапкина. Сегодняшним пастырям неведомо это словосочетание «служение проповеди». Им известно служение алтарю, служба, обедня, служение Родине. Но служение проповеди, то есть как быть слугой у проповеди Евангелия, быть исполнителем поручения Христа в проповеди, быть глашатаем святой проповеди, живой и рождающей, это современным батюшкам совершенно неизвестно. И отсюда легко сделать заключение, что вся их жизнь, все служение их не по Евангелию, а по вымыслам человеческим. Толкование на послание Филимону 10.11. Потому что говорит, я родил его, то есть огласил благовестием и уверовавшего повелел крестить, и это в тесных обстоятельствах, в узах. Комментарий Игнатия Лапкина. Сегодняшние священники могут сказать, это мой прихожанин, я его крестил, я его исповедую и причащаю, это мой духовный сын, дочь. Но сказать, что я родил его, то есть огласил благовестием, он не может, потому что чистой, без всякой примеси проповеди нет почти нигде. Слово «почти» означает исключительную редкость, когда пастырь может сказать «Я родил его», то есть огласил благовестие. И отсюда вывод, что практика служения, обращающая людей к православию, совершенно неправильна, ложна, и это худо. Как в плотской жизни дети рождаются не только у начальников, но и у подчиненных, а не рождаются только у евнухов, кастратов, так точно и в духовной жизни. Каждый христианин должен в конце жизни, подводя итог ее, сказать, Исаия 8:18, «Вот я и дети, которых дал мне Господь, я родил их», то есть огласил благовестие. Конец 36-й части. Сережа, продолжение. Ты закончил, на следующее начнется евреи. Тут осталось минут на 5. Это Филимон, одна глава, это несколько стихов. Не вопрос, продолжим, давайте. Толкование на послание Филимону. Уверься же из всего, что в Писании ничего не следует оставлять без исследования, но во всем, как изреченном от Духа,
искать духовного некоего смысла и извлекать пользу. Ты почему не на 24? Глава-то одна, 24 стих. Главы-то нет. Ага, это стих, да. Ну просто. Я думал, то ли, ну все, вспомнил. Давайте еще раз. Нет, не надо, не надо, не надо, не надо. Не надо. Толкование. Во-во. Во-во. Гони дальше, читай. Уже все. Толкование на послание Филимону, 24 стих. Увейся же из всего, что в Писании ничего не следует оставлять без исследования, но во всем, как изреченном от Духа, искать духовного, некоего смысла и извлекать пользу. Комментарий Игнатия Лапкина. Если бы священники, исповедуя своих прихожан, будучи сами духовно рожденными и зная, какой ущерб человеку от того, что он не читает Писание, спрашивали бы исповедующихся, сколько времени они отдают изучению Священного Писания, какое место Писания они читали вчера и третьего дня, то перед ними открылась бы жуткая картина. Их подопечные безнадежно мертвы, потому что они заморены голодом и духовно не питаются. Слово Божие есть пища. Опытные врачи говорят: «Скажи мне, чем ты питаешься, и я скажу, кто ты». Судя по пище, православных даже с большой натяжкой нельзя признать христианами. И не случайно, что именно в России появились политические партии с убийственной, просто сатанинской, человеконенавистнической программой, у которых прямо в одной строке написано, что они за православие, но против христианства. Этим извергам современное православие как елей. Здесь и патриотизм, и борьба против евреев, черносотенство, монархизм, то есть все атрибуты человекоубийства и лжи. Но они люто ненавидят Библию и проповедь Евангелия. Поносят Христа и Богородицу за их национальную принадлежность к евреям. Эти политические чудовища – порождение современного в кавычках православия. 3 Ездры 5.8. «Дикие звери переменят места свои, и нечистые женщины будут рождать чудовищ». Эти люди исповедуются и причащаются. Батюшки любят их. Плач Иеремии 4.3. И чудовища подают сосцы и кормят своих детенышей. От щели народа моего стало жестоко, подобно страусам в пустыне. Современная православная церковь, исключив авторитет Библии и живую проповедь, стала жестоко, подобно страусам в пустыне. Священники должны непрерывно устанавливать авторитет Библии, приучать людей исследовать ее, чтобы паство их находило пользу в каждой строчке Писания. В Писании ничего не следует оставлять без исследования. Конец 36 части. Продолжение следует. Кошка как мяукает у вас. Он. Здорово. Подпиши, тут подпиши. Какая следующая? 30. Какая? 37. Кота просит, наверное, да, Игнатий Тихонович? Что ты говоришь? А да есть кот. А, кот. У него нога болит, что-то еще тут правая. Две кошки, и обе сразу захотели замуж выйти. То он с ума сошел от них.
Мы его отделяем, и толку никакого нет. Он прямо рвется к 1 Коринфянам 5-7 главе. Ну что, пусть постится хотя бы. Да еще постится. Может, отойдет от него эта зараза. Нога-то уже ступить нельзя. Хромой стал, никакой не благовестник. Да. Глаза такие, я кошек-то попрятал от него, так он на меня смотрит, как Ленин на буржуазию. Так, пару минут перерыв, продолжим. Сергей Павлович. Так, забери его. А ты Филимону 25... А, тут, наверное, не надо читать, не надо тут читать. Это ж мы читаем, все. Все нормально, не трогай Сергея. Пускай считает, хорошо считает. Мне тоже нравится. Так, пару минут перерывчик и продолжим. Ну, придется пустоту, антракт молчания. Ногу уебать себе. Попробуй его посмотреть. Он сцепится зубами. Ну, можно, конечно, бы вдвоем-втроем раскинуть его. Он надеется на силу свою. А если он выдирается, он ноги оторвет остальные. Видишь какой? В нем сила сейчас самая, кровь с молоком. Добегался, доигрался. Я знаю, эта дурь до добра не доведет. Иногда он повернут у него там, как будто бы что-то сделал. Это не шарик, с ним намного труднее. Он погреб лазит, ему на голову не наденешь это. Он гибкий. Ну да. Если он только переломил ногу, то это все, лишились кота. Не, если бы переломил, то он вообще бы не смог встать. Ну да. Он бы ее вот так вот держал. А может там заноза? Ну как посмотреть-то? Накрыть его и давить этой курткой. А другого смотреть, так он из-под куртки вылез, его надо прямо душить. Его в реанимацию. Ему этого надо. Усыпляющий. Да. Незаметно сзади все вокруг там. Нет, который людей усыпляет, ему раз. Ну я про это говорю. Правда, это можно умертвить, говорят. Там дозу какую-то надо. Ну ее можно так как искать. Ясно, что он там не сидел, где-то лазил. Как только полегше, это опять оттуда. Эти маленько полегче стали. Интересно, выпустить он сейчас начнет за ними гоняться, нет? Ну, конечно, начнет. А? Начнет, конечно. Ну, начнет его в коврик тогда, чтобы он не орал. Сейчас я выпущу их. Посмотрим. Он придуряется, прикидывается инвалидом. Ну, куда? Куда? Слышь? Да, так качи. Давай, давай. Давай, давай. Вот она хорошая. Выходи отсюда. Паля, Паля. Главное сидит. Куда? Крутая, вылазь, вылазь. Вылазь, Паля, Паля хорошая. Ну-ка, давай. Давай скорее. Давай. Там в погреб. Видел, что они идут. Он туда не смылся. Здорово. Значит, он в туалет хотел. Ну да. Да, дырка где? Давай зашел. Что делать, ты вышел? Я сам зашел. Так, вот не замеряешься, правильно делаешь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Комментарии Игнатия Тихоновича Лапкина на толкование архиепископа болгарского блаженного Феофилакта, часть 37. Толкование на послание евреям 1.2. Предисловие. Последнее послание. Но в том и состоит великое доказательство истины евангельской проповеди, что Павел, самый строгий ревнитель закона, внезапно обратился ко Христу. Впрочем, и уверовавшие из евреев
не совсем внимательно относились к нему, так как он совершенно отвлекал от закона и освобождал от обрезания. Тем не менее, хотя он и послан был проповедником к язычникам, однако пишет и к евреям. Комментарии Игнатия Лапкина. Насколько нужно быть омертвелым, называясь священником, чтобы совершенно не отличать живого от мертвого? Там, где нет проповеди Евангелия, нет рождения свыше. И священники до упаду проворачивают требы, ездят на вызова, освящение квартир, кладбища, совершенно не сверяя свою деятельность с прямыми указаниями Христа. Если сегодня в церкви есть какая-то статистика, то только финансовая, и о количестве привозимых ко крещению и отпеванию. То, что души не рождаются свыше, и есть доказательство истины евангельской проповеди. Где нет проповеди, там даже и не кладбище, а уже давно-давно скотомогильник. Из материалов Освященного собора Российской Православной Церкви 1917-18 годов. Пункт 4. Определение А. Видимо, параграф 2, что ли. Для большего усиления и развития православного христианского благовестия, сообразно с требованием нашего времени, весьма желательно привлекать к делу, троеточие, способных к проповедничеству благочестивых мирян, причем, троеточие, может быть допускаемо и на церковной кафедре за богослужением. Троеточие, с благословения епископа и местного священника. Толкование на Евреям 1.2. Почему же не сказал, говорил нам Христос? Отчасти потому, что они были слабы и не могли еще слышать о Христе, отчасти показывая этим, что Ветхий и Новый Завет – дело одного и того же Бога. Толкование на Евреям 2.9. Один православный, осмеивая бессмыслицу их, сказал: «Пусть Писание имеет такой смысл, как говорите вы, и в таком случае сказанное говорит за нас». Комментарий Игнатия Лапкина. Когда ныне рассказывают о своем обращении православные, то невозможно найти начало их пути во Христе. И как красочно описывает свое обращение встречу со Христом апостол Павел. Как непередаваемо захватывающие воспоминания тех, кто лично сам пережил встречу со Христом. Как изменилась его жизнь, как внезапно такой человек отвращается навсегда от греха и пороков, в которых он утопал. Если бы православные знали Священное Писание в толковании святых отцов, то сколько было бы рассказов, воспоминаний о встрече истинно православных с сектантами и еретиками. И в каждом таком рассказе встречалась бы эта фраза. Один православный, осмеивая бессмыслицу их, сказал: «Пусть Писание имеет такой смысл, как говорите вы, и в таком случае сказанное говорит за нас». А сегодня как бледно, немощно, смешно выглядят православные их доводы и их доводы о правоте их веры, когда они беседуют с внешними, с безбожниками и еретиками. Люди не церковные осмеивают бессмыслицу православных доводов и, как говорит Афанасий Александрийский, именно из-за таких вера православная в поругании.
И главная причина за это поругание и осмеяние православной веры. Вот смотри, главная причина, а тут вина, даже букв больше, а ты считаешь причина. Подустал уже, да. Ну, вина и причина, то даже ни одной буквы-то и нету там. И главная вина за это поругание и осмеяние православной веры падает на священников, которые сами не исследуют Писание и пасту свою научили только целовать крышку Евангелия, искать внешнего и соблюдать обряды. Толкование на Евреям 2.13. Как бы так говорил, слыша, что он брат и отец, не подумайте, что он один из многих. Он Бог говорит, на него, как свидетельствует Писание, нужно надеяться, так что здесь нет речи от лица Христа, но от пророка говорящего. Я пророк, буду надеяться на самого Христа, как Бога. Комментарий Игнатия Лапкина. Верующий человек должен быть пропитан Словом Божьим. Это делает его недосягаемым для нечистых духов, смелым и отважным и непобедимым. И о чем бы мы ни говорили, мы должны искать подтверждение своим мыслям, соображением, доводом в Библии и говорить так, как свидетельствует Писание. И когда нам что-то доказывают не по Библии, а этим более всего занимаются православные батюшки, привыкшие ораторствовать как профсоюзные деятели, мы должны с улыбкой пропеть эти бессмертные слова. Псалом 118-113. Вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю. Толкование на Евреям 2.18. Когда Павел говорит о плоти, касается всего уничиженного, однако недостойного плоти, и нет ничего удивительного, когда он и об отце, не воплотившемся... Подожди, Сергей, тут... Однако не недостойного. Ты не опять выбросил. Благодарю. Толкование на Евреям 2.18. Когда Павел говорит о плоти, касается всего уничиженного, однако не недостойного плоти. И нет ничего удивительного, когда и об отце, не воплотившемся, Писание говорит многое человекоподобное и униженное. Господь с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть. Псалом 13.2. И сойду и посмотрю. Бытие 18.21. И многое множество тому подобное. Подобного. Толкование на Евреям 3.16. Как и для тех не принесло пользы слушания, но напротив, они зато по всей справедливости и погибли, что не поверили словам Божьим. Комментарий Игнатия Лапкина. Смерч революции затопил кровью и превратил храмы в обломки. Исследователи находят разные причины этому. Мы же должны сказать, зато по всей справедливости и погибли, что не поверили словам Божьим. Россия потеряла помазанника Божия, и все самое вожделенное потеряла будущее, идет уничтожение, завершение истории нации. И жалеть Бог запрещает, чтобы не быть проклятым.
это меч Господень опустошает Россию. Иеремия 48:10. Проклят, кто дело Господне делает небрежно, и проклят, кто удерживает меч его от крови. Они по всей справедливости и погибли, что не поверили словам Божьим. Евреям 4:3. Толкование. Из того, что сказал Бог, что не уверовавшие не войдут. Толкование на Евреям 4:12. Как тогда, говорит, не война, не меч погубил тех, но Слово Божье, ибо они падали сами собой, так же будет и с нами. Комментарий Игнатия Лапкина. Неужели никто из православных пастырей не читал эти благословенные слова Феофилакта? Почему же пастыри выпустили из рук Слово Божие? Этот меч обоюдоострый. Они сделались немощными, уязвимыми и плененными и стали искать союза с теми, кто находится под анафемой православного патриарха и Слова Божия. Они стремятся усилить свои позиции тем, что желают, чтобы государство поддерживало только их, а всех остальных неправославных и даже православных, но не согласных с советской патриархией, душила и громила и уничтожала. Это случилось только потому, что из церкви устранили Слово Божие, и люди теперь делаются верующими по традиции, по наследству, по привычке, но не имеют духовного рождения, не имеют любви к Слову Божию и не умеют пользоваться этим самым сильным и самым острым мечом. Тогда Бог развеял бы всех врагов православия, и историки могли бы сказать, не меч погубил тех, но Слово Божие. Вот как об этом говорит Нил Синайский. Почему Христос теперь повелевает взять нож тем, кто уже научился подставлять щеку? Приближаясь к страданию и готовясь взойти на крест, как по злоумышлению иудеев, так и по собственному изволению ради спасительного домостроительства, Господь говорит это ученикам, готовя их к борьбе с противниками истины, но не к борьбе, предпринимаемой по маловажным предлогам, где расположением борющихся управляет раздражение, а к состязанию в подвиге, который внушен Богом по пламенной ревности к богопочитанию. Ибо Господь уже видел, что бесстыдные псы иудеи с неистовством восстают против божественного учения и спешат положить конец спасительной проповеди. А потому, посылая своих учеников на этот подвиг борьбы с иудеями, повелевает им отложить прежнюю кротость и, вооружившись сильным словом, идти на обличение покушающихся низложить истину. Хотя христианину прежде всего необходимо достойное одеяние, степенная безмятежность духа и скромный нрав, однако во время борьбы с противниками необходимо ему и оружие слова. Поэтому, говорит Господь, в то время, когда я посылал вас учителями к Израилю, вы хорошо делали, проявляя мирное состояние духа и таким поведением привлекая непокорных к послушанию, кротостью, ведя их к покорности для убеждения действеннее сильного слова «правая жизнь». Но поскольку по моем вознесении враги истины нападут на нее, то каждый из имеющих попечение о нравственном благоустройстве да отложит старание о соблюдении мира и да приготовится к состязанию,
ибо нет никакой несообразности для важнейшего оставить на время менее важное и, отложив кротость, сделаться воителем. Почему продавший ризу непременно покупает нож и первый, не уничтожая и приобретая последний? Да и какой покупает он нож? Тот, о котором говорит Христос. Не мир пришел я принести, но меч. Матфея 10:34. Называя мечом слово проповеди. Ибо как нож разделяет сросшееся и связанное разделяет на части, так слово проповеди, вносимое в дом, во всяком из них отсекало друг от друга соединенных ради зла неверием, отделяя сына от отца, дочь от матери, невестку от свекрови. Оно рассекало самую природу и тем показывало цель повеления Господня для великой пользы и во благо людям взять нож. Поэтому Петр немедленно отвечает, что у них два ножа, о которых Господь сказал, что их достаточно для предстоящего подвига. Ножи же эти, как говорит апостол, есть обличение противников и утешение верующих. Ибо в послании к Титу вручает их учителю, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении и противящихся обличать. Титу 1.9. Чем и разделяет слово на два вида. Ибо один вид – слово учения к верным, и другой – слово истины к врагам. И одно дело – обличение лжи, а другое – подтверждение истины. А что мечом называют слово, это явно для всякого, так как на памяти у каждого часто повторяемое изречение Писания. Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Евреям 4.12. Преподобный Нил Синайский. Толкование на Евреям 4.14. О каком же исповедании говорит здесь? О том, что есть воскресение, есть воздаяние и бесчисленные блага там, что Христос есть Бог. Будем же держаться этого исповедания. Толкование на Евреям 5.1. Теперь Павел хочет показать, что Новый Завет гораздо лучше Ветхого. Толкование на Евреям 5.12. Ибо как во внешних науках прежде всего должно изучить письмена, так и здесь, в Слове Божьем, прежде должно узнать учение о человечестве Христовом, и освоиться с учением об уничиженном состоянии его, а потом должно приступить к учению о божественности, требующем более совершенного разума. Комментарии Игнатия Лапкина. Во всех наших разговорах, свидетельствах перед миром о нашей вере нужно помнить, что самое главное, что оправдывает произнесение звуков, что не будет в грех никогда, это свидетельство о Христе. Не мудростью своей книжною щеголять, но показать величие образа Христа, его голгофской жертвы, его страданий, его любви. 1 Коринфянам 2.2. «Ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого». Цитата. «В Слове Божьем прежде должно узнать учение о человечестве Христовом и относиться с его учением об уничиженном и освоиться, простите, с учением об
уничиженном состоянии его. Наша речь, мысли выражаются в написанном. От этого отречься намного труднее. Хотя бы раз в жизни задайтесь целью проверить, чем живет современное православие, о чем говорит и пишет, о чем старается, на что тратится. Если ответить кратко, то можно ответить так. На что угодно, и даже на внешнее благочестие, на удовлетворение внутренних духовных запросов православной души, но только не на Слово Божие. Мы должны не просто оставить поклонные кресты, при том, как можно... Простите. Мы должны не просто ставить поклонные кресты, при том, как можно больше. Не просто совершать крестные ходы, при том, как можно больше. Не просто праздновать крестовоздвижение и совершать поклонение животворящему кресту, но нужно прежде всего во всем этом видеть свидетельство о страданиях Христа. И читая Библию, изучая ее, благоговея перед нею, нам в Слове Божьем прежде должно узнать учение о человечестве Христовом и освоиться с учением об уничиженном состоянии его. Евреям 5:14. Толкование. Видишь ли, что необходимы обучение, упражнения и опытность в Писаниях? Если мы намерены различать, что еретическое и что не таково, а не просто ко всему склонять слух. Комментарий Игнатия Лапкина. У многих священников и даже у рядовых прихожан есть толкование блаженного Феофилакта. У православных принято за установку. Книга отдельно, а я сам по себе. То есть, читанное из Библии в жизни никак не притворяется. Но если предположить, что они дочитают до этого места, и глаза остановятся на этих выделенных словах, необходимы обучение, упражнения и опытность в Писаниях, то какова будет дальнейшая реакция читателей? Если они признали, что блаженный Феофилакт не сектант, не еретик, не баптист, то значит легко предположить, что он был сосудом Духа Святого, что в действительности и есть. Значит, после прочтения этих слов необходимы обучение, упражнения и опытность в Писаниях, как бы непосредственно слышанных от болгарского архипастыря в его храме, нужно сразу же собрать всех домашних, открыть Библию, которая и есть Писание, ибо ничто другое не называется Священным Писанием, и начать читать, записывать и заучивать. Нужно сразу же эти слова соединить со словами Христа Спасителя, Иоанна 5:39. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». С этими словами вполне согласуются слова Феофилакта. Необходимы обучение, упражнения и опытность в Писаниях. Так, это у нас какая часть была-то? 37-я? Или это уже сейчас будет 39-я? Что-то...
Забыл, записал я или нет. Нет, правильно, 38-я. Так, ну на сегодня все. Подустал я уже, чувствуется. Благодарю за помощь. Спаси Христос. Спаси Христос. Слава, слава Христу. Слава уже. Спаси Христос. С Богом. Самые ревные. Самые ревные. Только два человека. Анатолий. Анатолий. Нет, еще Виктор с нами переверзил. Я говорю, Виктор. Анатолий, Виктор. А, еще. А, да каково еще? Человек? Вы... Значит, Оля, это мы... Ну, это да, да. Два человека. Нас можно не считать, да. Ну, и теперь мы на них будем опираться, когда что, где сказать, сказать. Они свидетели. Ты это уходишь, ты мне, конечно...